Еще в феврале первоуральцы заметили, что лес в районе лодочной станции начал резко редеть. На фотографиях, которые местные жители прислали на почту нашего телеканала, поваленные деревья. Законно ли ведется вырубка? Горожане беспокоятся и сегодня. Если действительно они сушняк чисто вырубают, так это ладно. Вот. А если они такие хорошие деревья, которые стоят не десяток лет, то нельзя. Оказывается, что разрешение на вырубку выдано городским лесничеством. В организации поясняют, к такому пристальному вниманию горожан уже привыкли. И отмечают, мол, даже рады, что людям не безразлична судьба лесов. Что касается вырубки в районе лодочной станции, то там, говорят, убирают сухостой. Погибшие деревья определяются специальной комиссией и помечаются меткой. Убрать надо 224 дерева. Они все промерены, все поштучно пересчитаны. И уборка произойдет только сухостойных деревьев. Ни одного старорастущего дерева не убирается. В лесничестве рассказывают, такая уборка проводится здесь не первый год. И если этого не делать, сухое дерево может упасть на человека или спровоцировать лесной пожар. К тому же в сухостое могут завестись вредители и заразить здоровые деревья. Вот кора сладит, вся она уже погибшее дерево. Перед спилом вокруг дерева нужно убрать снег, чтобы оставшийся пень был как можно ниже и не мешал. После этого лесник включает бензопилу и приступает к делу. Падать дерево должно в ту сторону, в которую росло. Ствол распиливается на несколько частей, чтобы дерево ложилось на землю постепенно. Если вот оно село так на живом дереве, дерево живое не будешь убирать, все вот так его частями потихоньку убираешь. Но если свободное место где-то, оно упало на чистое место, все оно разделал на чистом месте. Дойдя до верхушки, пилой аккуратно убирают каждый сучок. По словам лесника, на вырубку одного дерева уходит примерно 20 минут. Бывает и больше. Толстое в дерево попадет, там сучки толстые, приходится сучки еще разделывать тоже. Вот. И уходит много времени на толстое дерево. Сколько времени займет санитарная очистка этой зоны, прогнозировать сложно, говорит Александр Коршененников. И подчеркивает, единственная цель этой работы – обезопасить горожан. Кстати, на днях чистку от сухостоя начнут проводить и в городском парке культуры и отдыха. Оксана Токарева, Ксения Иноземцева, Влад Черноусов, Интера ТВ.